Привет, дорогой друг-подписчик, будущий подписчик, моноколесник, пешеход и неопределившийся. Рад вас всех видеть в добром здравии на моем канале Глазун. Название канала созвучно со словом «глазун» – «высматривающий». Так вот, займите удобную позу перед вашим гаджетом, наведите резкость и начинаем. Господа, вот я сейчас снимаю эксперимент, сможет ли моноколесник средний проехать по рельсу. Ну вот, посмотрим, что из этого выйдет. Желание проехать по рельсу меня посетило недавно, во время второй волны пандемии коронавируса. Походу, меня все же накрыло брызгами второй волны, так как чувство запаха я на 3 недели потерял. Интересное отсутствие ощущений. Ну, не будем об этом. Ждать третьей волны я не хотел, и я решился осуществить задуманное между волнами. Главное – выбрать безопасное место для тренировок. Я выбрал заброшенную, как мне показалось, ветку путей и сухую погоду. Еще раз убедился в оптимальном соотношении габаритов и веса моего простого и надежного колеса. Kingsong 18S с двигателем 1,5 кВт и 840 ампер-часов аккумулятором при весе 21 кг. В общем, лучшее колесо для всего, крепкое, высокое, поэтому нет дискомфорта в голенях и можно жестко контролировать маневры, в отличие от надувной или пружинной подвески. Если бы вы ездили на колесе на попе и не могли бы воспользоваться своими, я надеюсь, двумя ногами для амортизации своего тела, то тогда да, подвеска нужна, а так нет. Сложность конструкции, лишние дыры в корпусе для воды и грязи, вес, цена за наворот. И вы жертва маркетинга. Поздравляю. Обратная сторона возможности ездить с так называемым комфортом на подпружиненной подвеске новомодных колес – это невозможность или ограниченная крайняя возможность перепрыгивания препятствий, которые будут наверняка встречаться на вашем пути. Итак, вернемся. Накачиваем камеру вашего колеса до 3 атмосфер, встаем на рельс и для успокоения представляем, что он широкий, но понимаем, что степень маневра всего 1-2 сантиметра. Проверяем нервно-импульсную связь ног и вестибулярного аппарата и, чуть расслабившись, начинаем движение по рельсу. Рекомендую не очень медленно, все как на велосипеде. Когда научитесь, будет новая отметка в правах «Машинист гироколеса». Пишите в комментариях, я их читаю. Лично ваш Тимофей. Теперь можно продемонстрировать полный проезд по рельсу, как и обещал. Оказывается, можно проехать по рельсу. 10 метров. Все показанное не является руководством к действию, а просто демонстрирует возможности езды на колесе и спробовать что-то новое в этом плане. А вам просмотреть и сделать свои выводы.
иногда приятно замечать и осознавать свой скромный вклад. То, что некоторые многоколесненькие даже фирмы теперь смело могут идти по проторенным путям в освоении возможностей мира колеса. Это хорошо заметно по хронологии их видео. Это приятно. И это дает мне новый импульс и желание помогать им в этом пути на своем канале.